Один из главных энергетических флагманов Приднестровья отмечает юбилей. Молдавской ГРЭС исполнилось 55 лет. По случаю праздника провели торжественное собрание. Лучшим сотрудникам вручили государственные награды. Днестровск. Актовый зал Молдавской ГРЭС. Среди гостей почетные места для ветеранов. Валентин Алимбочка проработал на электростанции 41 год. Прошел путь от обходчика турбин до главного инженера. Сам родом из Одессы, но в конце 60-х переехал в Днестровск. Говорит, от такого предложения было сложно отказаться. Бесплатная квартира, высокая зарплата, отличный климат, да и работа престижная. До сих пор помнит свой первый рабочий день. Начиная от первого дня работы здесь, когда пришел, когда новое оборудование, когда освоение, это уже приятно. Пуск каждого блока – это событие, приятно. Пуск пятой очереди особенно, это было такое великое событие по тем временам, когда парогазовые установки пускались. Такие парогазовые блоки это тогда были первые в Советском Союзе. Гидроэлектростанция была и остается крупнейшим поставщиком электроэнергии в Приднестровье – 22% от общего экспорта. Достижения предприятия отметили орденом трудовой славы. Большое спасибо за государственную награду. Это послужит дополнительным новым стимулом для коллектива с тем, чтобы работать на благо республики еще более активно, еще более созидательно и еще более эффективно. Грамоты и награды вручили и отличникам труда. Среди них Михаил Горковенко. Его стаж более 30 лет. Рассказывает, за все это время о смене деятельности не задумывался. Я до того увлекаюсь своей работой, что я забываю, что на работе. Я лично, когда на работе, она для меня приносит настроение. Она мне очень нравится, как я подойду к работе, как я подойду к тому, чтобы сделать правильный ремонт. Все зависит остальное. Будет Бог работать, не будет работать. На этом подарки не заканчиваются. Завтра по приглашению ГРЭС в Днестровск приедут сдоб-шиздуб, устроят большой концерт. Дополнительный заряд позитива обеспечат Доредос, Наталья Гордиенко и Наталья Кирка. Праздник начнется в 6 часов вечера на площади УДК «Энергетик».